делать пришли? Прошу. Нет, я насчет дуба, то есть дуба. Или дуба. Что такое? Какого дуба? Дуба, то есть? То есть, кого вы имеете в виду? Я посадил дуб, дубочек, саженница, вы маленький. Бред какой-то. От меня-то что вы хотите? Не я хочу, дом хочет. От дома я. От какого дома? От вашего. Ну, от нашего, с вашим. В общем, там садик хотят. Детям, деточкам. Каким детям? Ну, и вашим, и нашим. Но у вас нет детей? Нет, но мне общественность поручила. Дорабатывается? Зайчик. Вы что, издеваетесь надо мной? Моим гаражом заниматься стали. Все, товарищ зайчик, все. Раз тебя я еще терпел, но с нахалами делами не желаю. Вот бумага. Заявление. И разведемся. По собственному желанию. Здесь стационар-то нахалом. Любите искусство в себе, а не себя в искусстве. А если что, выход прям? Не оберешься, скажут, не чутко свидетель проявил. Ну ладно, спасибо, что предупредил. Товарищ Зайчик, что вы тут стоите? Да я не знаю, как писать. А, ладно, ладно. Вы погорячились, я погорячился. В театре всякое бывает. Это же искусство, эмоции, заходи, заходи. Ты мне прямо сказал, ты не прав. Садись. Спасибо. Значит, садик, говоришь. А стоит ли пачкаться? Тебе места мало. Ну, какой там садик? Ты смотри, дом, забор, склад. Учили сырье. Ну, тем более. Нет, это дело явно нереальное. Да вы слышите нас, да? Вот, кстати. Вот я думаю, местком нас поддержит. Зайчик. Опять что-нибудь? Да нет, мне поручили, я... Что, поручили? Да я не хотел. О, хорошее дело. Правильно, Борис Михайлович, поддержу. Вы что же это, зайчика? Дирекция вам поручает, доверяет, а вы не хотите. Склад, забор. Ну и что же? Замечание. Забор можно отнести. Пусть потеснятся ради детей. Это не просто. Ну, конечно, это не просто. Ну, у нас есть поручение от дирекции, надо идти, надо добиваться. Правильно, Борис Михайлович? В общем, считайте это поручением от месткома. Идите и добивайтесь. Я?